На личный прием главы Анапы Людмила Ивановна Беднякова приехала 22 января. Она рассказала, что после ремонта автомобильной дороги перед ее домом появился откос. В обход ходить далеко. В чем проблема? То, что вот этот скос напротив ворот, вот здесь 2 метра примерно вот высота у меня. Вот. Сейчас они мне вообще отсыпали щебнем перед Новым годом. Вот. А то была вот такая вот история. Я хочу, чтобы от столба вниз поставили укрепляющую стену, и там чем-то надо засыпать, чтобы вот эта мура не сыпалась. Угу. Пройдет хороший ливень, эта мура будет вся на дороге. Ну, давайте посмотрим. Надо будет выехать туда посмотреть. Как хорошо, если бы вы приехали, да? Дорогу на улице Кавказской и Десантной, можно сказать, заново построили. Проезжую часть расширили до 6 метров. Забетонировали вдоль улицы Кавказской, сделали тротуар. Проекты работы оплатил инвестор, акционерное общество «Скалистый берег». Что вы хотите, как нужно сделать? Как я почему? Хочу. Потому что можно я сказать? Хочу поблагодарить подрядчиков за ту дорогу, которую они сделали вообще в Варваровке. Очень хорошая дорога, ничего не могу сказать. Вы скажите, что вы хотите сделать? Вот я для себя понимаю так, если вы отсюда не заезжаете во двор, у вас вот есть дорога, где вы можете вот так заехать. То есть это нормально. Если вы говорите, я хочу ступенечки вам сделать, значит, надо лестницу сделать, здесь поставить с перилами лестницу. Подрядчик готов выполнить эти работы и приступить к ним, как только позволит погода. Главе сельского округа Сергею Миляеву Юрий Поляков поручил восстановить уличное освещение, которое прерывается как раз над домом заявительницы.